«Рады светлого будущего». Международный телевизионный фестиваль детского творчества начинает отсчет до начала первого регионального тура, что состоится в Улан-Удэ 31 марта. В 2016 году участники детского музыкального проекта будут представлять 4 номинации – соло-вокал, соло-хореография, коллективный вокал и коллективная хореография. Для всех, кто хочет попробовать свои силы в этом конкурсе, очень важно подать заявку на участие до 18 марта. Когда-то один классик сказал, что дети – цветы жизни. И действительно, мы сегодня все вместе с вами находимся в необычайно красивом саду в окружении самых ярких и прекрасных цветов. И следующий наш прекрасный цветок, наша прекрасная звездочка, лауреат республиканского конкурса Наранетуя Мункуева Арюна Дылхэн Зая, Бурятия. В 2015 году финал «Звезды светлого будущего» состоялся в Улан-Удэ на одной из главных ее площадок – сцене русского драматического театра. Ранее он проходил в столице Монголии – Улан-Баторе. В 2016 году победители региональных этапов представят свое творчество в городе Хухато, внутренней Монголии, Китая. Телевизионная версия финала и гала-концерта конкурса будет транслироваться в трех странах. Монголия на телеканале НТВ-9, Китай на телеканале НМТВ «Гадон Телевиз» и в России на нашем телеканале «Мир Бурятия». Два региональных этапа будут проводиться в Улан-Удэ и также будет транслироваться на телеканале «Мир Бурятия» и помещен на нашем сайте «Мир Бурятия». Гэгэн Аласэ Одот родился 5 лет назад на монгольском телеканале ТВ-9. После широкой популярности на родине телевизионный конкурс стал фестивалем и приобрел международный статус. При активной поддержке Конвента монголов мира и телеканала «Мир Бурятия» с 2013 года в нем участвуют монголоязычные народы России и Китая. Не то, что детское развитие, тут наш братский народ объединяется, монголы, буряты, калмыки. Это было достойно самых высоких похвал, то, что телекомпания ТВ-9 организовала такой конкурс и объединила всех нас, всех монголоязычных народов. Бурятия тоже порадовала, очень достойно выступили, и у нас есть определенные призовые места. Я хочу отметить Арюну Мункуеву, она на сегодняшний день яркая представительница из подрастающего поколения, подающая надежды именно как эстрадный вокал, именно как эстрадная певица. Лауреатами международного фестиваля в 2015 году от Бурятии стали среди вокалистов обладатель первой премии Арюна Мункуева с песней «Дылхэн Зая». Ансамбль «Бульжамур» завоевал вторую премию в номинации «Хореография», исполнив танец «Игры с маутом». Я исполнила песню «Дылхэн Зая». Это переводится, что песня о том, что все люди в этом мире связаны. Конкурс «Звезды светлого будущего», международный конкурс, и все его участники очень хорошо подготовлены. И было очень сложно соревноваться с такими сильными участниками из разных стран. Больше всего понравился мальчик, который представлял Монголию. Его звали Белгон. Этот конкурс дал мне большой опыт. И я очень рада, что представила Бурятию в этом конкурсе и вообще приняла участие в этом конкурсе. Конкурс «Звезды светлого будущего». Там разные были из Монголии, из Якутии. Там очень сильные коллективы были.
мы не боялись, держали настрой. У нас было настроение праздничное, а не соревновательное. Было весело. Мы очень хорошо подготовились, мы хорошо станцевали, мы были готовы к этому. Все с эмоциями станцевали, все без ошибок станцевали, все было хорошо. Эмилия Лиджиева, Шакшакшар Холсен, Котуш, Калмыкия. Специально для участия в фестивале из Калмыкии в 2015 году прилетела Эмилия Лиджиева, опытная конкурсантка, участница телепроекта «Голос. Дети» на Первом, исполнила старинную протяжную песню о молодой девушке и стала лауреатом второй премии «Звезд светлого будущего». Обладателем гран-при Международного телевизионного детского фестиваля культуры монголоязычных народов мира «Гэгэн Алсын Одот» 2015 стал ансамбль из Монголии «Нарны Дамок». Их танец «Легенда о солнце» в оценке судей и по реакции телезрителей стал несомненным фаворитом фестиваля и обладателем главного приза. Во время концерта нам сделали необычайно красивое световое оформление номера, именно в нашем номере. Мне понравился театр, большая сцена, высокие потолки. Надеюсь, нам еще повезет там выступить. Мне запомнилась площадь Советов. Там шел праздник, играли и рисовали дети. Мы верили в себя, соединили и приложили все силы, чтобы выступить достойно. Как дерево не растет без корней, так и мы без нашего учителя не создали бы этот номер. Когда нас объявили победителями, мы были на седьмом небе от счастья. В нашем танце мы изображали древних потомков монгольских народов. Спасибо нашему учителю. В Монголии есть гора Ноенхат, на ней много наскальных рисунков и артефактов. Я стала развивать идеи создания исторической темы, дети помогали создавать детали, схватывали на лету мои идеи и воплощали. Мои дети – моя семья. Наш ансамбль образовался в 2009 году. Сегодня в нем 14 детей. Мы живем в поселении Зунхара, недалеко от Улан-Батора. Мы стали семьей, я очень люблю своих детей. Стараюсь своим примером привить детям упорство, трудолюбие и вдохновение. Победа нас обязывает ко многому. Спасибо солнечной Бурятии за радушный прием, хорошую организацию. Участники фестиваля – дети необычайно талантливые, настоящие звезды светлого будущего. Основное условие для участников фестиваля – это исполнение на монгольском, калмыцком и бурятском языках. Возраст участников – от 7 до 14 лет. Оценивать юных звезд будут известные в Бурятии персоны – гуру музыки и танца. Первый тур состоится 31 марта в концертном зале колледжа искусств. Заявки на участие в «Звездах светлого будущего» принимаются до 18 марта.
Сагалганские встречи завершились литературно-музыкальным вечером «Души моей дары» с Цибигмиддом Динджаповой. В Национальной библиотеке поэтесса представила новый сборник стихотворений и поэм на бурятском языке. Цибигмиддом Динджапова – отличник народного просвещения РСФСР, лауреат Алтырганы 2006, премии Цыдыпа Жамбалова, руководитель фольклорного ансамбля «Саган Уула», ведущая программы «Заншалы Зула» на телеканале «Мир Бурятия». Ансамбль был наш организован по инициативе Цибигмидом Туплиным Динджаповой в ноябре 2014 года. Она как поэт восхваляет свою родину, малую родину, село Саган-Уула. И по ее инициативе назвали ансамбль Саган-Уула. И там у нас есть три озера соленых. И в своем йохре мы восхваляем тоже вот эти озера, наши местности, наши горы, реки, которые в ансамбль пришли люди, которые не имеют музыкального образования, все работают юристы, учителя, сельскохозяйственные работники. За это время мы все-таки познали азы вот эти наши старинные бурятских обычаев. Обычаи, которые она, будучи профессиональным работником культуры, она знала и передала нам. И мы, в свою очередь, передаем своим детям. Ну и первая наша съемка была для передачи «Заншалы Зула. Мир Бурятия». И там мы показали, как проводятся вот эти праздники Сагалган. Летом, в июне 2015 года, по предложению Баира Дамбаринчинова, нас сняли на телекомпании «Бурятии», «БГТРК». Мы там же сняли, провели съемки «Проводы невесты». Там уже другая тематика была. И мы сейчас, она тоже готовит, уже начинаем готовить к другой тематике. Потому что праздник Сагалган заканчивается, и еще каким праздником будем готовиться, я пока не в курсе. В ее творческих планах она пока нас не посвящала. Но начали уже разучивать другие песни. Эти главные песни, вот эти они, есть и композиторов, авторские песни, так говорят, есть в основном народные песни. Эти старинные бурятские песни. И я думаю, что для любого народа, особенно для нас, буряты, вообще знание вот этих обычаев, традиций и своих этих народных песен – это необходимо. Особенно сейчас, вот когда у нас в республике Бурятия идет возрождение бурятского языка, и в этом плане она очень большую работу проводит, я считаю так. В творческой встрече приняли участие коллеги, писатели, журналисты, артисты, земляки-агинцы, исполняя песни и читая стихи автора. Внимание участников вечера были представлены клип «Бусалгын-дун» Марины Цырендашиевой на слова Цибигмиддом Динджаповой и презентация о жизни и творчестве поэтессы. Музыкальный номер исполнила лауреат международных конкурсов Сосек Аюшеева. Oh,
1986 году переехала вместе с мужем в село Цаганоль. И там я узнала, что у нас в селе, родом из нашего села, живет и работает Цибикмит Митуповна Дамтинджапова. Очень одаренная поэтесса, богатая душа у нее, всегда приветливая. Когда мы встречаемся иногда, она всегда меня поражает своей простотой и в то же время внутренним богатством души. От тружеников, от жителей села Цаганоль нас, представителей, специально уполномочили поздравить в этот торжественный день, в день творческого вечера Цибикмит Дамтинджаповой, поздравить нашу именитую, прославленную поэтессу с этим торжественным днем в этом в торжественном зале Национальной библиотеки. Нам очень приятно участвовать в этом мероприятии, и мы желаем нашей землячке всего хорошего, чтобы ее дар развивался и продолжал покорять сердца миллионов, можно сказать, потому что она необычная поэтесса, такой другой, как она, поэтессы нет, потому что она вот каждый по-своему, я советую всем прочесть ее книги, потому что она действительно очень одухотворенная, помогает, мне кажется, в жизни. На досуге, пожалуйста, прочитайте ее книги, она вам поможет в жизни. В дни Сагалгана в Национальной библиотеке проходит знаменательное событие – знакомство с книгой «Вокруг радость» Цибикмит Дамтинджаповой. Сегодня поэтов, авторов, выпускающих книги, очень мало. Творчество Цибикмит Дамтинджаповой имеет уникальный слог. На ее стихи написаны песни, их исполняют артисты. Когда слушаешь эти произведения, на душе тепло, рождаются прекрасные мысли. Аба и жильные, ами махабулы.
Стихи Цыбикмидом Динджапова были изданы ранее в сборнике «Нангин Зула. Вечный свет». И теперь увидела свет новая книга «Вокруг радость». Некоторые произведения прозвучали на презентации в исполнении автора. Литературно-музыкальный вечер «Души моей дары» с Цыбикмидом Динджаповой завершил сагалганские встречи в Национальной библиотеке. Состоялась презентация медиатеки бурятских сказок. Совместный проект в этногалерее «Орда» представили информационное агентство «Восток-Телеинформ», культурно-образовательный интернет-проект «Байкальские сказки», Союз художников Бурятии и телеканал «Мир Бурятия». Бурятские сказки, они очень популярны. Они очень, в последнее время очень много их издаются. Мы решили сделать такой проект. Бурятские народные сказки в исполнении наших ведущих деятелей искусства, культуры, бизнеса и политики. Как отмечает руководитель проекта Анжелика Мешкова, сказки являются литературным достоянием народа. Героические эпосы и волшебные сказания дошли до нас из глубины веков и содержат всю мудрость, красоту и героический дух бурятского народа. Консультантом проекта выступил народный поэт Бурятии, один из первых составителей сборника бурятских сказок Баир Дугаров. Гадание в сказок по душе мне мир лёга. Колену, как колену развлечёт и буйствует листва. Янтарный свет небес напоминает слово, как не хватает будням жизни волшебства. Совместно с Баиром Дугаровым были отобраны 9 самых известных бурятских сказок. 70 языков, хурист, паренек Булот-Хуре и его конь Бурул-Цухур, 70 небылиц, легенда о девушке-лебеде, солнечный цветок, старик Маланте, Галдан и Баир, Алтан-Хайша, золотые ножницы. Сказки озвучили заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, заместитель руководителя администрации главы Республики Бурятия по информационной политике Ирина Смоляк, режиссер Олег Юмов, депутат Народного Хурала Лариса Крутиян, министр образования и науки Алдар Дамдинов, заслуженная артистка Бурятии Лия Балданова, художественный руководитель балета Бурятского академического театра оперы и балета Марихира Ивата, международный гроссмейстер, двукратная чемпионка Европы Инна Ивахинова, главный редактор информационного агентства «Восток-Телеинформ» Анжелика Мешкова. Этот проект будет развиваться в дальнейшем. Сегодня сказки доступны на сайте культурно-образовательного проекта baikaltales.ru.